Решим задачу. Площадь параллелограмма равна 36 сантиметров квадратных, а длины его высот 3 сантиметра и 4 сантиметра. Найти периметр параллелограмма. Чтобы найти периметр параллелограмма, нужно знать его стороны. Периметр ABCD вычисляется по формуле 2 умножить AD плюс DC. Нам нужно найти стороны параллелограмма. У нас известна площадь параллелограмма. Вспомним формулу площади параллелограмма. А умножить на h. А – это сторона, h – это высота, опущенная на сторону А. Высота у нас известна. Она равна 3 сантиметра. Площадь известна. Можем найти сторону А, то есть сторону АД. 36 равно А умножить на 3. Отсюда А равно 12 сантиметров. Это сторона АД. АД равна 12 сантиметров. Аналогично, площадь параллелограмма можно найти по формуле B умножить на H, высота, которая опущена на сторону B. Из этой формулы найдем сторону B. 36 равно B умножить на 4. Отсюда B равна 36 разделить на 4, 9. Это сторона DC. DC равна 9 сантиметров. Мы нашли стороны параллелограмма. Теперь можем найти периметр. Периметр ABCD равен 2 умножить 12 плюс 9. 12 плюс 9 – 21. И 21 умножить на 2 – 42 сантиметра. Это периметр параллелограмма. Запишем ответ. Периметр параллелограмма равен 42 сантиметра. Задача решена.